Всем привет! Перед нами флагман от компании Xiaomi, смартфон Xiaomi Mi 3 на процессоре NVIDIA Tegra 4 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти. Это 16-гигабайтная версия. Итак, посмотрим, что же находится внутри. Внутри коробки находится непосредственно сам смартфон Xiaomi Mi 3. К нему мы вернемся немножко позже. Помимо смартфона, внутри коробки находится скрепка для сим-карты. Здесь находится гарантийный талон и инструкция на китайском языке. Внутри вкладыша, торца вкладыша находится дата-кабель, вот такой вот дата-кабель, и зарядное устройство. Стандартное зарядное устройство Xiaomi, которое также не потерпело никаких изменений, абсолютно такое же, как и в предыдущих смартфонах компании Xiaomi. Рассмотрим наш Xiaomi Mi 3 поближе. Он оснащен 5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей Full HD со стеклом Corning Glass. Вверху смартфона находится разъем под стандартную сим-карту и разъем 3,5 мм под наушники. Снизу смартфона находится разъем microUSB и динамик. На боковой части находятся кнопки включения и громкости. Смартфон оснащен фронтальной камерой 2 мегапикселя и основной камерой 13 мегапикселей фирмы Sony Exmor серии RS. Камера с сапфировым стеклом, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой фирмы Philips. Ну что ж, включаем наш телефон. Пока идет процесс включения, несколько слов об аккумуляторе. 3050 мАч. Ну что ж, наш телефон уже запустился, снимаем лог, запускается лаунчер и стандартная звонилка. Здесь более чем все понятно, все очень интуитивно. Далее записная книжка, браузер, ну, зайдем, запустим Google, запустим что-нибудь еще, eBay, например. Процесс идет. Вверх можно закрывать окна. Далее сообщение. Здесь все более чем просто. Более чем понятно. Далее инструменты. Инструменты здесь часы, диктофон, радио, фонарик, калькулятор. Системная папка, системная, здесь находится Mi Cloud, это сервис облачный, наподобие айфоновского iCloud. Из полезных функций, наверное, здесь пригодится антивирус. Далее, это музыкальный плеер. Телефон оснащен звуковой картой Cirrus Logic. Акустика Direct Sound, поэтому качество звука должно быть на высоте. Все правда, действительно звук неплохой. Ну что ж, звук мы пока выключим. Далее запустим Benchmark AnTuTu, дабы посмотреть производительность данного аппарата, но тест уже был проведен, 33 тысячи очков, можно посмотреть в графическом варианте, превышает Samsung Galaxy S4 на порядок, HTC One и так далее. Скорость очень даже приличная, здесь информация об устройстве.
попробуем запустить видео высокой четкости. Далее проверим функцию, заявленную производителем Xiaomi. Это управление в перчатках. Включается она очень просто. Ну что ж, попробуем позвонить в перчатки. Наберем номер 123, 123 и позвоним. Как видите, все работает. В перчатках телефон реагирует более чем хорошо. Теперь попробуем следующую функцию. Как заявляет производитель, телефон не боится мокрых рук. Так ли это на самом деле, мы сейчас проверим. Добавим немножко воды. Вот. И попробуем что-нибудь сделать. Как видите, даже с водой на экране он продолжает работать. Камера смартфона Mi 3 заслуживает отдельного внимания, и мы сейчас ее попробуем протестировать. Камера с 13 мегапикселей, как говорилось раньше, фирмы Sony, с автофокусом. Ну что ж, фокус заведен. Далее он поддерживает режим непрерывной съемки. Вот, ну что ж, посмотрим, что получилось. Да, при приближении все более чем четко. Так, ну и посмотрим видео. Видео телефон может снимать в трех режимах. Full HD, HD, ну и стандартно 480. Ну попробуем снять что-нибудь в Full HD. Также зум во время съемки. Автоматическая. Посмотрим, что получилось. Качество видео также на высоте. Пройдемся по меню фотосъемки. Здесь стоит отметить такие полезные функции, как панорамная съемка, съемка по сигналу голоса, то есть мы можем голосом давать команду на съемку. Снимай. Вот, смотрите, пошла съемка. Далее есть функция для портретной съемки, режим HDR. Режим стабилизации, экспозиция, баланс белого и эффекты. Здесь все понятно с эффектами: сепия, моно, негативная съемка, пастеризация, аква. Можно попробовать сделать. Вот. И для профессионалов, конечно, стоит отметить интересную функцию. Функция съемки в формате RAW, то есть это фото как есть, без обработки. Эта функция будет интересна, я думаю, для профессионалов фотосъемки. Одной из интересных функций данного смартфона является аналог Siri, разработанный компанией Xiaomi. К сожалению, пока на китайском языке. Hello. Ну, ответ был получен, что давай говорить с тобой по-китайски. Надеюсь, в будущем будет разработан английский или лучше всего русский язык, но пока только поддержка на китайском языке. Ni hao. Ну и для любителей игр
Наверное, стоит запустить какую-то игрушку, посмотреть, как она пойдет на этом смартфоне. Эта игрушка называется Frontline Commando. Спускается более чем быстро. Ну что ж, вот пошел процесс загрузки самой игры. Попробуем немножко поиграть, посмотрим, как ведет себя. Как мы видим, игрушка идет без тормозов, смартфон отлично справляется с обработкой графики. В заключение хотелось бы сказать, что смартфон Xiaomi Mi 3 благодаря принципиально новой аппаратной платформе получил революционную производительность, минималистический дизайн и высокое качество сборки, характерное для всей продукции компании Xiaomi. Спасибо за внимание. Обзор подготовлен командой.